Друзья, первая часть. Аликанте хороший против Аликанте плохого. Сейчас я вам показываю хорошую часть Аликанте. Красивую, колоритную. Смотрим. Друзья, сейчас идет первая часть, хорошие Аликанте. Смотрим набережную, смотрим красивую часть Аликанте, где лучше всего останавливаться. Приятная набережная, приятный вид, кафешки, ресторанчики, очень мило. Это часть Аликанте Марина с яхтами, кораблями. А в эту часть идет уже пляж. Вот сегодня понедельник. Количество народу на пляже. Вот такой пляж в Аликанте, в самом центре. Особенностью этих мест является то, что Европа — это не Америка, и можно встретить топлес. Хочу еще раз напомнить, что я являюсь независимым блогером. Я не представляю интереса никакой туристической компании или инвестиционной компании. У меня нет никакого желания заработать на своих подписчиках, поэтому если у вас будут какие-то вопросы о честном взгляде на Испанию, пожалуйста, пишите мне, с удовольствием отвечу. Уже более недели не убирают. Вот это Аликанте. Где-то, ну, это центр как бы Аликанте, территориальный такой. Аликанте, Аликанте, Аликанте. Как бы мусор он везде, здесь особо как бы, ну, не парятся. Вот такие вот узкие улицы, парковки никогда нет, ее как бы не найти. И